This thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. All right, head to the next antenna tower. Наверняка там будет еще задница какая-нибудь. Just use the zip line and head east. You'll see it. Балдеть. Следующей вышке идти. Ну я так и знал, да, это же. Значит, за этот трос, получается, хвататься нужно. Пробел. Ну реально, Far Cry, ну блин, ну, третья и четвертая часть, ну идеально похожи прям. Вот я имею в виду по своей вот, механике. Открывание вышек, ладно. Только там это как бы карту открываешь. А тут ну, другая тема. Ну что, прыгаем? Нет. Да. Стена, смотрите, какая-то. Я просто думаю, за отмычками сгонять. Да нет, нафиг. Пробел надо нажимать. Нет, хорошо, что не надо. Сам спрыгнет. А это нам для чего реально? Трава. Обалдеть, траву даже. Но для чего нам трава-то, я не пойму. Может, для аптечки, нет? Взрывпакеты. Немного непонятно. Хорошо. Идем к цели. Нам далеко, кстати. Обалдеть. Достаточно далеко. Переместиться я не знаю, как, честно. Я вот пробовал. Ну, не знаю. И не буду я занимать эту территорию. Подожди, как? А я ж тут занимал. А, я вот эту занимал территорию. Ладно, я не хочу занимать это долго и не экономит наши ресурсы. Точнее, расходит очень много. What will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably die horribly. Блин, да не тогда не ходи к этому Райсу, если не получится. Чё ты так гонишь-то? Так, надо экономить также энергию не забывать. И также не забывать нажимать буковку Q. Блин, два раза сдохли, но это позор. Реальный позор. Не знаю, может быть, 150 игр пройду, научусь играть без смертей. Это достаточно, мне кажется, сложно. Блин, темнеет, по-моему, да, закат. Это жопа реально, так что надо реально открывать всякие эти. Блин, я вообще угадал. Реально, в башню. Так, а башня нам куда это? Так, ну нам тут недалеко, давайте быстрее уже добежим. Я про то, что нам нужно добраться и там, может быть, поспать или там как-то переночевать. Можно же, нет? Как вы думаете? Я просто не помню. То реально не хотелось бы этой ночи. Так, ну здесь немножечко посложнее, как бы тут забраться. О, тут, наверное, можно. Да, по камням по этим. Нельзя, что ли? Быстрее ищи место, где можно забраться, дружище. По-любому тут как-то. По-любому просто тут даже лестница есть. Блин, солнце садится, конечно. А, я просто в тень пошел. Так, просто резко темнело, видимо. Да как тут забраться-то? Я не хочу здесь оставаться. Так. Вот, нормально. Здесь убежище есть, вообще все шикарно. Scream at the second antenna tower. The fence is electrified. I think someone's inside. That will be Alexei. Probably his son Christoph. I find him tiresome. Don't let them stand in your way. You got to get inside and turn on the transmitter. Еще идет, блин, да сколько же просто. Закончилась выносливость назад. Ладно, проверьте вторую антенну. Да это мы знаем. Быстрее только. Сука, да что ж такое-то, а? Какие уворотливые вы, а? Умрите вы уже, ну сколько же вас надо, а? С этим все. Ладно, будем добивать палочку. Ну, давай.
он сломан, нормально, вроде с ним все. Так, чего вы тут прятали от меня? Шкаф, блин, ну тут шкафчики какие-то. Ладно. Тогда как-то нужно здесь пройти. Вот хрен знает как. Уж тут. Блин, да я понял, да убежишь, но как сюда пройти-то? Проверьте вторую антенну. Здорово, блин, а? Так что делать-то, блядь, опынуха? Все, мне хана, если я сейчас... Может, реально убежище добраться? Да до какого убежища? Тут оно вон сколько переть до него, блин. Вот тут убежище есть. Отдых. Вот. Нашел, кажется. Сука, да... Так, оружие пока не будем менять. Блин, ты гений, блин! Пробел, что ли, удерживать надо было, или что? Я думал, зацепиться можно будет. Здесь мы в безопасности вроде более-менее, да? Так, логично, но здесь закрыто, я вижу. Так, хорошо, надо думать. Надо думать, что гадать. Просто взять и разузнать. Так. Ждать до вечера. Нам было какой до вечера? До утра, ёп. До вечера, блин. Все, потемнело, мы уже назад точно не пойдем. Здесь мы в безопасности. Так. А вот тут что-то интересное есть. А, так это наши. Все, ясно. Ага, и тут. Больше ничего нет. Или по всему нет. Блин, ты с этой стороны не пробовал залезть? Ну ладно, вот тут по-любому как-то. Так, хорошо. Слушайте, а зомбари-то сюда никак не пройдут? Не, они не смогут, я думаю. Хм, тут все закрыто. Какая-то конструкция еще. Ладно, сейчас надо подумать еще чуть-чуть. Что мы можем сделать? Так, проверьте вторую антенну. Так, по-любому. Здесь никак. Хорошо, забираемся тут. Потом куда нам? Все, зомбари проснулись, вон они стрёмные эти ходят. Ну думай, думай, голова. Что тут делать-то? Ага, очки ловкости сил удваиваются. Может быть здесь как-то? Что ты делаешь? Не можешь встать, что ли, или что? Так, ребят, что-то мне это не нравится. Я не пойму, как тут забраться. Наверх нам, да? Да, нам наверх. Что-то я туплю. В принципе, здесь все, наверное, очевидно. Даже вон спрыгнуть можно. Надо подумать, подумать. Может, что-то отключить. Какой-нибудь ключ, я не знаю. Просто я, видимо, жестко туплю. Не вижу, куда тут что забраться. Я бы вот по этому столбу забирался. Если бы он потому же смог, поэтому он тоже, наверное, сможет. Почему бы и нет? Нет, он поэтому не хочет забираться. Так, 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 думай же, думай. Так. Здесь никак не пройти. Ничего интересного. Ох, что ж тут надо сделать-то, ребят? Что-то я не пойму, реально. Ну, по этой-то это явно. Я пробовал уже. Здесь никак. Видите, тут решетка какая-то. Если только... Тоже какая-то решетка. Ну да, здесь вообще никак. Хм. Да... Что-то как-то... Может быть, поспать надо? Либо
войти. Эй, там кто-нибудь есть? Нет? Тут вроде никого нет. Ну, туда даже пройти, видите ли, никак нельзя, да? Ага, нельзя никак пройти. Может, взорвать что-нибудь? Машина здесь зачем-то стоит. Ее войти никак нельзя, да? Ладно, тогда сейчас, если не пройдем в следующей части, подумаем, это время-то идет, запись тоже идет. А я не хочу приостанавливать и думать, бегать. Я хочу все делать онлайн. Ну, если я здесь, конечно, туплю, что-то делаю, вы в безопасной зоне. Блин. Я знаю, но какая разница, оружие-то я могу вытащить в безопасной зоне. Бляха-муха. Блин, смотрим, смотрим. Внимательнее сейчас. Может, здесь как-то, нет? Ну, смотрите, на эту штуку я могу забраться, так ведь? Так. На эту я не могу забраться. С этой что, тоже никак. Ну, а в чем прикол-то? Куда дальше-то? Куда дальше? Да никуда, я. Блин, ну здесь почему-то нельзя. Может, баг какой-то опять? Всегда все на баги сваливаю. Обычно давайте поговорим про баги. И обычно все делается само, когда я про баги начинаю. Блин, вот это... Отключать тоже неохота. Мало ли кто-нибудь перелезет, монстры какие-нибудь. Здесь тоже явно, наверное, эта штука. Я не знаю, для чего она. Может, здесь какой-нибудь тайничок странный, непонятный. Да хрена с вам. Так. Может, поспать, я не знаю, нужно. И потом к утру все сделается само. Не, ну, по сути, я даже вот не знаю. Очень странно. Лестница это неактивна. Может, как-то... Бляха-муха, не знаю. Там вообще можно, кстати говоря? Ну, давайте попробуем так. Раз. Ну, почему ты по этой штуке не можешь забраться? Дождь пошел. Ну это ладно. Почему ты не хочешь по вот этой вот забираться? Она же тоже прикольная, смотри, тут можно залезть. Твою-то дивизию. Да он не хочет здесь забираться. Да не знаю я, блин. В чем прикол-то? Может, я что-то не то делаю? Не проверьте вторую антенну. Может, реально что-то не то? Не, ну смотрите, туда указывает стрелочка. Наверх. А, подожди, он там чувак какой-то. А что мне с ним делать? Эй! Ну, ёпта. По-любому что-то с ним, наверное. А почему он не хочет мне... Может, потому что ночь, как вы думаете? Из-за этого, может быть? Ладно, давайте спим. Посмотрим, что из этого выйдет. Так. Утро радует меня. Там чувак до сих пор стоит. Ну ладно. Не знаю тогда. Это реально бред какой-то. Честно скажу. Вообще даже никакие мысли вообще не лезут в башку. Он даже спускаться не хочет. Может быть, он меня не видит? Я в безопасной зоне. Сейчас таким вот образом сделаем. Блин, я по этой трубе залез. Что ж ты, я не знаю. Ну, по этой ты молодец, ты забрался по этой, да, хорошо, молодец. А дальше-то, дальше. Может быть, здесь как-то, как вы думаете? Проверьте вторую антенну. Проверьте вторую антенну.
По-любому, наверное, что-то отключить здесь нужно, нет? Что-то сломать. Чтобы он спустился. Или я... Не знаю. Так. Ну, мы выспались. Как видите, ничего не изменилось. То есть он не спустился. Нам нужно учиться все замечать. Сейчас мы быстренько туда смотрим все. Итак, друзья, я пришел к выводу. Сейчас, вот когда я проснулся, может, мой персонаж, что похоже по самолету, то похоже, нам вообще здесь делать нечего. Ну, посмотрите, но мы никак не сможем забраться. Может быть, там есть другой путь с другой стороны. Я даже не знаю. Вот тут сломанный проход. Сейчас мы посмотрим. Обратите внимание. Значит, тут можно как-то по-любому... Ну, почему-то он сломан, да? Согласитесь. Так, стоп, а там вот... Секунду, тут, по-моему, что-то есть, да? А, может быть, здесь перепрыгнуть надо? Блин, ну я не уверен, что мы допрыгнем, может... Не, а другого варианта нету, больше я не знаю. А, допрыгнули. Алексей. Why the hell would you want to do that? For Rice. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rice that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, no, no. I didn't say that. You want to climb? Fine. Go, go. Go, go. I don't do this anymore. Will you keep your voice down? Так, I don't care who hears me. Блин, что ты тут выбрасываешь? Мне не нужно, мне нужно выбросить этот. Так, так, вот это мне надо выбросить. Палка, да, нормально. Половица, бинокль тут, они все... Вот как, оказывается, ну, бизнес бывает такой, ну ладно. Выспались на свежую голову, блин, а тут еще как-то наверха надо забраться. Да ты скотина, чё шутишь, что ли, надо мной? Ещё и здесь что-то, блин, устроил. Баррикады. Так, сейчас посмотрим. Здесь никак. Блин, ну я-то вижу, что вот эти палки по ним нужно. А потом-то как? Просто смотрю, с какой стороны лучше. Понятно, ну ладно, давайте. А, вот, подожди, тут что-то есть. Лестница закрыта, значит, с этой стороны все логично. Все логично и вполне себе легко. Если, конечно, подумать. Но я никогда не хочу приостанавливать видео, чтобы подумать. Я хочу проходить все на одном дыхании. То есть стараться не смотреть заранее в интернете, как пройти. Ну, потому что, чтобы типа сложности не было, да? Потом... стараться все-таки самому учиться проходить и все. Ну, что там еще я хотел сказать, что-то типа тут открыто, кстати, вот. Ну то есть не подсматривать, не, в общем, додумываться все самому. Хочу такую фишку себе придумать, придумал точнее. Просто мне кажется, многие они все-таки могут остановить видео или что-то не получится в другой части. А я хочу все на одном дыхании. Так, подожди, ну вот сейчас, пожалуйста, вам опять тут, блин, там перепрыгнуть. Пройти как-то. Потому что опасно, я боюсь, мы туда не допрыгнем. Хотя... Где? Да, получилось. Вот так же надо... знать все фишки. Ну ладно, разомнешься, не зря карабкаешься. Также знать надо все фишки, типа вот этих дополнительных оружий. Можно их применять в разных сложных ситуациях. Осматриваемся вот так осторожненько. Так, я что-то не понял, а куда дальше-то?
Да, желтеньких никаких нет. Может, сюда? А, подожди, может, реально сюда? Другого варианта я не вижу. Да. Потому что она не в не обрешоченная. Не обрешетенная. Так я даже правильно сказать. Да. Ну, почему не прочно прыгать? Забыл то, что пробил, не надо отпускать. И откуда мы начнем? Суки, да что у нас всех манали? Не, я не буду это вырезать. Я буду все чисто проходить. Только быстро все сейчас сделаем, даже, наверное, комментировать что-то буду. Очень быстро. Хотя комментировать-то надо. Бывает, бывает, ладно, ничего страшного. Я себя не буду винить, не буду бомбить, не буду нервничать. Просто буду лезть вперед. Мы уже, кстати, почти добрались до того места, откуда упали. Так, ну здесь все мы знаем. Я говорю, самое главное не отпускать пробел. Это главное, реально. Потому что... Ну, я имею в виду во время прыжка. Когда ты летишь, тоже не отпускать. Я это понял. Я это должен давно уже понять. Эй! Да, ребят, ну чё это такое? А как тогда залезть? Я на правую кнопку тоже, ну, налево, в смысле, эту нажимал, а он не лез почему-то налево. Меня бесит в играх вот такой тупизм. То есть, как бы он нормальный паркурщик, цепляется за все дела, но, блин, почему? Почему он не может тупо полезть направо, вот просто руками пошевелить направо, полезть? Непонятно. Там, блин, там прыгать даже никуда не надо. Мне кажется... Нереальней назад отпрыгнуть на соседнюю палку, чем просто передвинуться с раз так и все. Бред, бред, ненавижу за это вот игры, за, ну, такие вот, за всякие вот, Tomb Raider, меня, помню, вот, вот, почему он не может? Тоже меня бесило иногда, я играл ту еще старую, вот, как старую, помню, какую-то, вот, то есть, вообще, такой тупизм иногда, что просто уму не постижу. За проблемки-то такие. Может, я куда-то... Вот опять, что это было? Да? Тут он нормально уже перелез. Блин, ну все, давай, думай. Так, осторожно. Значит, смотрите, лезем. Перелезли. Дальше-то куда? Может, туда куда-нибудь? Во, нормально, наконец-то. Так, а сначала не хотел лезть, представляете, гад. Засранец какой, а? Здесь прыгать. Блин, а вот сюда налево не мог прыгнуть, да? Или тоже может было? Да ну я не буду. Не рискуйте лучше туда прыгать. Как хотите, конечно. Ну, все, будем знать теперь. Как всегда я так говорю, будем знать. А? И давайте как в Ассасине теперь синхронизацию. Так. Ленточка. Груз отобрали. Чего? Типа самолет, который сбросил, который мы видели. Еще тут без... Здесь еще как-то... А, это я залез. Блин, ну давай, думай, думай, что тут делать-то дальше. Так, я не понял, что тут. Секунду. А куда лезть-то вообще? Я там не хочу прыгать. Так, а как слезть-то, ёптовая дивизия? Там было, чтобы за тросом здесь зацепился, бляху. Чё-то я не туда куда-то залез, походу, да? А, вот, наверное. Блин, ну ёпарасы... Короче, все ясно. Опять я туплю. And this thing still intact. Let's see if it was worth the hassle. Карим, вторая трансмиссия. Карим, do you hear me? Loud and
this job. You know the way back, right? Right. Плюс 5000. Что, здорово. Давайте очки навык и, наверное, завершим еще. Так, что-то у нас очко. По одному навыку у нас везде, блин, какую-то тут интересную хрень. Так, научитесь лучше забирать предметы. Чё? Пять сюрикенов вместо трех. Здорово. Но мы будем использовать что-то там другое, классную штучку. По-моему, можно вот эту качнуть. Либо давайте смотрим. О, здорово, кстати. Да, они все классные. Но вот этот подкат тоже. Ну, подкаты я редко встречаю, где такие места для подката есть. Так, смотрите, уже вечереет, что ли, снова? По минутам время идет, капец. Так. Подробно купить. Только надо почитать, что там пишут. Удар в прыжке, нажмите во время бега пробел для прыжка. Зачем в воздухе Е? Здорово. Следующий навык. Прокачивание навыков. Здесь мы имеем что? А что это такое? В разброс. В кавычках что-то написали. Какую-то штуку. Здорово. Ну давайте качнем. Че экономить? Инвентарь, что у нас, чертежи и всякое говно тут. Все, сейчас мы отдохнем, пойду жахну что-нибудь там. Пойду, короче, отдохну. А вы тут сам без меня тут посидите пока на ютубе. Я, наверное, скоро приду. Блин, а где я сохранюсь? Наверное, там внизу, да?